Привет, друзья, с вами Флок. У нас сегодня вновь мультиреакция. Начнем вот с такого интересного трека. Это, насколько я понимаю, саундтрек. Ост, как говорится, к дарами алые сердца скинули в донате. Здесь Чен, Бэкьон и Ксюмин. Я могу ошибаться, извиняюсь, потому что еще участника этого не знаю. В общем, Экзо. Давайте послушаем, посмотрим. Блин, вы меня таким образом на дораму, да, хотите подсадить? Ну ладно. Насколько я понимаю, юмористическая такая про любовь маленько, да, дорама? Ну, в смысле, маленько. Про любовь дорама и с элементами юмора. Вот. Ну, конечно, в конце убивают его. Как нет, всегда так. Ну, как сказать, история любви. Скажу слово типичное, обидитесь. Да. История любви типичная для фильмов. То есть любят они друг друга, веселятся, как-то отдыхают, чем-то занимаются. Потом в один прекрасный момент он уезжает на войну, допустим, да, если по таким фильмам смотреть. Ну и, скорее всего, его там убивают. Вот. Ну, это фильмы не всегда так заканчиваются. Я надеюсь, что все в этом фильме в порядке. И, блин, ну серьезно, аж захотелось посмотреть. Блин. Ну, дорамы, это же очень долго. Хотя я сейчас последнее время, отдыхая, как говорится, дома, да, я еще пока никуда не съездил, у меня туры чуть попозже начнутся. Имеется в виду отдых сам. Да, я в горы туда поеду и так далее. Вот, я сижу, смотрю сериальчики. Посмотрел там дофига сериалов, но смотрю российские по подписке. Вот, друзья, это сейчас не реклама, я не назову, где я смотрю, так что не надо. Так,
Хорошо, ну да, весело. Ну, блин, что сказал весело, говорю, блин. История любви, ну, моментами печальная. Следующий трек от Icon, знать не знаю, кто такие, называется Love Scenario. Окей, давайте посмотрим. Сара. Подождите, мне, по-моему, сказали, что в этот клип они вместили всех, все, типа, дайте, сейчас я маленько-маленько пробегусь. Это оно? Сарангл это. Да. В этот трек входит список самых лучших песен в кей-поп. Вот это как понять, если честно? Список самых лучших песен в кей-поп. Не знаю, давайте посмотрим. Так, мне ли отвлекаться? Или мне смотреть на видео? Ну, на всякий случай я включу субтитры. Какие бы они ни были. Неплохое звучание у него. Господи, вот этот перевод. А, ну, группа, да. Слушайте, я вряд ли что-то пойму, конечно. В этот трек входит список самых лучших песен в кей-поп. Такие комментарии, прежде чем писать, нужно какое-то объяснение дать, наверное. Ну ладно, посмотрим. Объяснение в комментариях. На самом деле, вот это вот сарагинетто оригамана, вот это вот очень знакомое. Вот серьезно, очень знакомое. Откуда? Ну, какая у него внешность, кстати, интересная. Смотрите на его профиль. У него что-то прям в нем интересное есть. Я понял, у него нос располагается высоко, поэтому внешность у него как-то вот играет этим. Ну, блин, вам, я не знаю, сейчас опять начнете там. Нос у него высоко расположен, видите, у меня низко, а у него выше. И поэтому это выглядит по-другому. Я по внешности сказал, если что, то есть мы его данные никак здесь как-то никак я его не задеваю никак. Если что, первый раз смотрю вот эту группу вообще. Я хотел сказать, у него нос низко расположен. Короче, ладно, забейте вот эту вот фразу, вообще вот это вот буквально на минуту назад отлесните и забудьте. И комментарий удалите, который вы уже написали. В этот трек входит список самых лучших песен кей-поп. Может быть, ребята какую-то дань памяти отдают кому-то и какие-то знаменитые песни вспоминают при этом. Ну,
серьезно, у того парня внешность такая прям запоминающаяся, про которого я сказал. Ну, трек очень добрый, кстати, очень добрый трек. Так, вы вот там не читайте, что было написано, понимаете? Вы знаете, что перевод корявый, так что не надо тут. Это в комментарии начнете, как они там на букву К. Вот это было. Вы же видели, да? Так что не надо. Ну, мало ли у кого что болит, вот имеется в виду, я просто предупредил. Это не говорит о том, что это у меня как бы болит. Знаете, я этот трек даже к себе добавлю. Он мне понравился, он такой спокойненький. Это я не знаю, как это назвать. Это наполовину, что ли, лирика, знаете, про любовь трек. Блин, классный, понравилось. Следующий трек называется от группы получается Infinity, да? Он называется Back. Давайте мы с вами посмотрим его. Валим. Это похоже, знаете, как это, Властелин колец там. Валин, талин, малин, шмалин. Ух ты! Где перевод? Где перевод? У нас здесь история целая. Так, клип очень похож, как будто бы это очень старый клип. 14-й год, да. Ну, блин, видно по ним, вот по их внешности, по тому, как они одеваются. Что это старенькое видео, сразу видно. Я уже научился отличать, научился замечать какие-то мелочи, то, как в чем раньше, да, снимались ребята вот таких вот. Ну вот, ну как вам объяснить? Ну вот любили черно-белые цвета почему-то многие. Что BTS, что другие группы, да, мы замечали с вами. Вам-то понятно. А я только-только вот начал замечать. Уже не такие же, конечно. У меня были больше. У него где-то миллиметров на 10. У меня отличаю, что это старенькое видео. Потому что раньше все делали клипы и казались пытаться, знаете, такими плохими парнями, что ли. В черное одевались, да, все-таки крутые, как бы там, вот это вот. Ну, это сразу заметно. Но динамика этого клипа, она, блин, заставляет тебя все-таки задуматься о чем-то. То есть, ну, здесь какие-то, да, здесь какие-то разборки. Ну, блин, ну это понятно, что разборки. Мне кажется, они пытаются... Блин, их больше было. Вот этот клип реально на уровне той группы, которую мы с вами давненько слушали, BTOB, да? И, блин, ну там, конечно, жестче было, но, тем не менее, это видео тоже очень понравилось. Оно затронуло за живое, да, как говорится. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Посмотрели с вами 3 классных видео. Надеюсь, вам понравилось. С вами, как всегда, был Флок. Всем спасибо. Пока.